Поток ярославцев, выезжающих в отпуск за пределы области, упал в 3 раза. Большинство летом, похоже, останется дома. Таковы оценки региональных турагентств. Лишь 1/5 горожан может позволить себе дальние поездки. Из них люди в основном выбирают отечественные курорты, едут в Краснодарский край или Крым. Те, у кого все-таки есть деньги отправиться отдыхать за рубеж, переориентировались с закрытых ныне Египта и Турции на Тунис. Также популярностью пользуются безвизовые Марокко и Кипр, отчасти Иордания. Правда, как говорят в турагентствах, иорданцы только 2-й год работают по системе «Все включено», поэтому не все пока отлажено. Возникают вопросы по медицинским страховкам. Не всегда иорданцы идут на то, чтобы сначала обслужить человека по медицинским всевозможным делам, доставить его до больницы, а потом уже, соответственно, компенсировать эти суммы у страховой компании. Они просят сначала оплатить все-таки. Большинство сидят дома. То счастливое меньшинство, которые имеют возможности, они выезжают за границу. Причем те, которые выезжали за границу, они и продолжают выезжать за границу. Потому что сервис все-таки и в Крыму, и в Краснодарском крае не соответствует тем ценам, которые, в общем-то, на данный момент имеются.